Тест провода. Провод. Тот самый провод, что привет, зритель. Я тут ждала за 400 с чем-то. Но на другой стороне мой адрес. Я сейчас думаю что-нибудь смонтировать. Главное вспомнить, какая флешка где находится. Потому что одна флешка, ну, короче, подделка Samsung, которую я купила за 1000 на Whitebreeze, она не работала, скажем так, как надо. Другая флешка Samsung реальная, которую я там купила, чуть ли не когда эту камеру купила, года 4 назад камеру купила, ну, года 3, может, ее. И другая флешка сейчас, на которую я пишу, еще есть одна флешка самсунговская. И кошка заняла мое место с котеночком и не желает освобождать. Ну как, ее, конечно, можно снять, но как-то я же думала, что она сама свалит. Вот сейчас попробую еще достать аккумулятор и посмотрю, как оно будет работать. Обалдеть, зритель. Я впервые в жизни, наверное, достала аккумулятор. Камера жрет от сети. Аккумулятор в руке. И я вполне себе это пишу. Теперь при случае можно будет не зависеть от того, что... Ну, в смысле, если я возьму камеру, она у меня разряжена. Сейчас вот на ней 7 минут зарядки было только. Мне приспичит что-то записать в срочном порядке, там, пожрать на камеру. Я пообещала зрителям, ну, другим каким-то тем, которые любят смотреть, как другие жрут на камеру, чтобы пожрать вместе с камерой, в смысле, с монитором. Вон там за чайником в пакетике лежит баночка, в смысле, стоит баночка, в ней борщик. Я борщиком сегодня угостили. А я обещала пожрать этот свой крем-суп, суп-пюре, который я второй раз уже варю, как он звать-то его? С тыквой. Еще одна у меня аромапалки, которые меня бодрят. Отдельно обозревать их не буду, просто покажу. На Whitebreeze купила. Что у меня несчастье, когда у меня подружка была, и мы сидели с ней, отмечали ее дыры. Вон та ручка приказала долго жить, она на скотче держится. Я сегодня часа полтора в общей сумме в разное время пролистала на... Ну, мало на Озон посмотрела, на Whitebreeze глянула. Вот именно того расстояния, что мне надо, нету. Во-первых, я думала, что они металлические, как нам их тирали, эти углические мастера, те, которые гипсокартон вставляют вместо... Даже не гипсокартон, я даже не знаю, что это, вместо доски в кровать. Года два назад, кто в курсе, у меня там треснула одна из перекладин. Во-вторых, они нам втирали, что фурнитура металлическая. Вот у меня есть тумбочка, она там реально металлическая фурнитура. А здесь пластик под металл. И вот именно то, что на расстоянии нету. Думаю, может сходить, съездить в тот магазин, где мы это заказывали, этот кухонный гарнитур. И заказать у них, а если у них нельзя заказать, то надо будет еще в два места зайти. Впервые я с таким сталкиваюсь. Хотя угреческие мастера, они такие шикарные, в кавычках. Не будем им желать ничего, они сами уже себе пожелали. Я думаю, у них... Ну, есть люди, которые делают, допустим, вам ремонт по собственному желанию, а потом у них... А у вас что-нибудь отваливается. Ну, или просто вам кто-нибудь делает ремонт, а у вас что-то потом отваливается. А потом выясняется, что у них у самих 100-500 раз на дню все отваливается. Потому что они не только вам так делают, они и себе так делают, они всем так делают. Вон кошка проснулась. Так вот, это финики я тут все купила на Whitebreeze. В телеге есть этот самый артикул. Ну что, я так понимаю, он работает, этот проводок. Я, правда, когда включила, и камера была выключена, там оранжевый огонек горел. А когда я открыла камеру, он стал желтым. Думаю, блин, он желтым стал, значит, не будет работать. А вот вполне себе желтым огоньком с вытащенным аккумулятором он работает. Не знаю, я же с ней, наверное, пока не буду нигде шастать. Вставить этот аккумулятор обратно или нет. Или вставить, и пусть заряжается. А потом, если что, вытаскивать, когда буду писать, допустим. Ну, вытаскивать, если он, допустим, этот. Разряженный. А хочется записать или не вытаскивать. Ты, зритель, если в курсе темы, можешь мне дать знать в комменты.
Покедова, зритель. Он кошка, наверное, все-таки хочет меня освободить место. Но если она сдвинется, я рядом могу сесть, мне хватит вполне местечко. Главное, чтобы она и мне нормально, и ей хорошо.